Тема лесных пожаров становится особенно актуальной с наступлением жары. Если дождливый июнь дал Саратовской области передышку, то на начало июля температура воздуха существенно повысилась. И хотя леса открыты для посещений, лесники и пожарные инспекторы не ослабляют бдительности. Как правильно разжигать костер в лесном массиве, чтобы не платить потом штраф и не вызывать пожарных, выясняла Юлия Шишкина. Лето – сезон лесных корпоративов. Рядом с лагерем «Березка» на Кумысной поляне компания отмечает сразу три дня рождения сотрудников. Удобное место для пикника – стол, лавки, беседка и даже рояль в кустах – пожарный инспектор. Сейчас леса Саратовской области усиленно патрулируют лесные контролеры, раздают листовки и предупреждают. Отдыхайте, только после себя мусор не оставляйте. А контейнеры не зря стоят. Не нарушайте правила пожарной безопасности в лесу. Уголь. Только уголь. Да. Вот он уже в мангале, уголь. Сейчас разожжем, пожарим шашлык, потом зальем водой и уедем. Но отведать шашлыка этой компании, похоже, не судьба. Разжигать мангал в лесу нельзя, говорит инспектор. Жара, вокруг сухая хвоя. За мангал и дикий костер штраф от 1500 до 2500 рублей с физического лица. Огонь разводить полагается только в специально оборудованных местах – кострищах. Такая ямка обкладывается, значит, она камнем. Минерализованная полоса вокруг, порядка 50 сантиметров, чтобы, если вдруг искра упадет, не было распространения огня. Саратовские лесники гордятся тем, что с начала года в наших лесах не было ни одного возгорания. Новшество этого сезона – 39 мобильных групп, ежедневно проводящих рейды в лесах области. В этом году увеличилось и количество специально разработанных маршрутов. Теперь их более 200. Маршруты патрулирования спроектированы таким образом, чтобы повысить выявляемость, то есть запланировано в местах массового пребывания людей, в местах тех насаждений, которые подвержены возгоранию легко, допустим, придорожные дороги, потому что люди ездят по дорогам, выбрасывают окурки всевозможные. Нам обещают, что будет лето среднестатистическое, поэтому мы подготовились полностью. У нас 23 лесхоза, которые занимаются профилактикой и тушением лесных пожаров. По данным лесного министерства, сегодня все 670 тысяч гектаров леса региона патрулируют 124 проверяющих. Это лесничие и инспекторы. В среднем на каждого проверяющего приходится примерно по 5 гектаров. Так что вся надежда на сознательность и бдительность местного населения. Юлия Шишкина, Сергей Зацарный, РЕН-ТВ, Саратов.